Ну вот, опыт прошлой лекции показал, что если рассматривать сначала в чистом виде категорию, потом можно получить очень интересные результаты и очень содержательные, относящиеся к самым конкретным сферам, в том числе жизни общества. Ну, давайте также поступим и с категорией изменений. Не просто я не буду говорить, изменения – это вот это. Нет, и мы пойдем другим путем. Значит, если вы возьмете, я воспроизведу дальнейшее течение категории в науке логики Гегеля, которая приводит к категории изменяющегося нечто. А именно, ну и здесь вот предлагаю вам напрячь свои головы и пойти дальше. Вот мы рассматривали с вами наличное бытие. И в нем обнаружили что? Небытие. Вот. И вот тут Гегель дает такое определение. Небытие, вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. То есть определенностью наличного бытия является вот то небытие, которое не налицо, а в нем. Но небытие. Сначала кажется это вот такое странное определение, странное утверждение, что моей определенностью является мое небытие, да? Вроде бы. А вот если мы возьмем даже мозг человека, мозг человека это человек или мозг? Мозг человека – это человек или мозг? Можно сказать, что человек – это мозг, это не человек. Нет? Это часть человека. А? Часть человека. Раз часть, значит, не человек. Что же вы, часть человека за человека хотите выдать, что ли? Можно выдавать за человека его часть? Вам человека дать? Дать. Достает ногу. Или руку. То есть определенность, по общему правилу, это какое-то отрицание, но которое в нем самом, неразрывно. Ну, начнем с более простых примеров. У вас вот, вы сейчас пишете, у вас там лист бумаги какого цвета? А? Белого. Белого? А зачем вы его портите этим? Это же отрицание белого, то, чем вы там пишете. Посмотрите, это же точно не белое. То есть вы пишете не белым по белому и получаете что-то определенное. Нет, получаете определенное белое. Что дает определенность этому, этой вашей тетрадке, ваши записи, который какой цвет имеет, прямо противоположный белому. А вы пробовали белым по белому писать? То есть только тогда содержательной будет запись лекции, если вы ее будете делать отрицанием белого, небытием белого. Правильно? Вот эти ваши чернила, они отрицание небытия белого. Так, ну хорошо, другой пример. Вот сейчас у нас закончится лекция, и пойдете вы в буфет. И вас, допустим, возьмете вы чай. А в чай с сахаром. Ну, скажите, пожалуйста, сахар в чае – это чай или не чай? Сахар – это чай или не чай? Не чай. Значит, это отрицание чая. Вот вы отрицание чая получили, положили в чай и получили определенный чай. Какой? Сладкий чай. Так, ну на этом мы можем не остановиться, задача усложнить. А можно ли туда кусочек лимона бросить? А лимон – это чай? Нет. А если бросить в чай, это что будет? Это будет определенность чая, правда? Будет чай с лимоном. То есть определенность. Это только примеры разбирали. На самом деле, это общее понятие определенности. Определенность – это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия.
Допустим, рост человека – это человек, это его определенность. Сознание человека – тоже его определенность. Вес человека – это тоже не человек, а вес – это его тоже небытие. Но небытие принято в бытие, потому что это его, оно неотделимо. Небытие-то неотделимо от наличного бытия, правильно? Это вот вторая сторона – ничто. Но уже такое ничто, не свободное ничто, которое где-то там отдельно существует, хотя и взаимодействует с бытием, а такое, которое в наличном бытии. Вот такое, то, что нельзя оторвать, нельзя вырвать, является определенностью. Это не внешнее отрицание, правда, а то самое ничто, которое в наличном бытии. Вот это небытие. Принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. И вот когда вы нашли эту определенность, вам хочется на ней сосредоточиться. Хочется ее обдумать. А раз вы ее обдумываете, то вы ее берете изолированно, саму по себе. Давайте обдумаем вот эту вот определенность. И вот такая определенность, которая берется, так как вообще-то не должно браться, изолировано само по себе, называется, не догадайтесь, качество. Вот у вас есть качество, ум. Для того, чтобы я это качество рассматривал, я должен от вас его отдельно рассмотреть. Вместо того, чтобы считать, что вы умный человек, я это то, что вы человек, я пока это вообще оставляю в стороне, а беру ваш ум. Вот он меня интересует. А вы меня вообще не интересуете. Меня интересует ваш ум. Вот что такое качество. Или этот самый так называемый хвалебный качественный анализ, который все говорят, вот мы пользовались качественным анализом. То есть вы отделяли какие-то определенности человека, общества от человека, от общества и брали их изолированно сами по себе. Но долго удержаться такое рассмотрение, когда берется какая-то определенность, изолируется от того, а чьей определенностью она является, нельзя. Поэтому Гегель говорит, ну вот, давайте рассмотрим качество. Качество, что вы про него знаете? Что вы знаете про качество? Скажите, пожалуйста. Да вы знаете, я вас уже учил, когда вы ничего не знаете про то, что вас спрашивают, что надо сказать? Есть. Вот. А раз оно есть, значит, качество? Бытие. Бытие. Обратите внимание, оно вот только что было определенностью, а теперь превратилось в бытие. Бытие. А какое бытие? Вы не забывайте, в каком этапе рассмотрения мы находимся. Мы уже не находимся на этапе чистого бытия и взаимодействующего с чистым ничто. Мы уже наличное бытие знаем. Уже теперь назад наш не вернешь. То есть качество – это наличное бытие. А наличное бытие – есть результат снятия становления. А в становлении есть и ничто. Значит, нельзя качество рассматривать как односторонне положительное. Надо брать его как положительное в противоположность отрицательному и как отрицательное в противоположность положительному. Чувствуете, что мы должны делать, если мы хотим его взять как наличное бытие? То есть вот так Гегель пишет, что это наличное бытие является масштабом для понимания односторонности качества, взятого только как бытие. А надо брать его и как бытие в противоположность небытию, и как небытие в противоположность бытию. И вот такая определенность, которая берется как бытие в противоположность небытию, называется реальностью. Чувствуете, вот кроме бытия появилась реальность. Реальность – это вот такова реальность нашей жизни. Реальность. Это определенность, которая берется как бытие. А если оно берется как ничто, то это называется отрицанием. Поэтому качество должно быть взято и как реальность, и как отрицание. Вот я тут употреблял такое высказывание, что вы умный человек, значит, надо вас взять двояко. И как умного человека, это реальность. Как говорится, ничего не поделаешь. И второе, должен вас взять как отрицание. Как будет? Как вас взять как отрицание, если вы умный человек? Как глупца. А? Как глупца. Нет, это у вас. Как же это отрицание? Вы это как позитивное выражение. Взяли и назвали себя глупцом. Это позитивное выражение. Как отрицание дурака.
Отрицание. Вы перепутали утверждение с отрицанием. А что значит взять вас как отрицание дорогого? Это очень усложняет нашу задачу. Это надо пойти вот сейчас, открыть дверь и мне идти, искать и найти дурака. Поискал, поискал на ИСФАКе, не нашел, пошел к себе в Институт философии, там нашел, сюда привел. И вот это отрицание, вот и про вас скажу, что вот, вот видите дурака, вот это не он. Он не дурак. Так, теперь к вам обращаюсь. Как вы предпочитаете сказать, красивая девушка или не дурна? Лучше вот первый вариант, лучше же, правда? Ну, а второе, то же самое качество, только взятое как отрицательное. То есть надо какую-то дурную какую-то найти и показать, что вот вы не такая, как та. Вот задача. То есть и каждое качество, например, сильный – это не слабый, верхний – это не нижний. И люди, которые владеют вот этим делом, диалектикой, они, естественно, имеют гораздо более богатый спектр категорий для выражения своих мыслей и могут этим пользоваться в произведениях своих в том числе. Как сказать лучше? Так, допустим, я вас вызвал и начинаю с вами беседовать. Ну, в соответствующее учреждение. Так, вы никого не убивали? Пишем так фамилию, как ваша? Носова. Как? Носова. Ну вот, записываем. Не убивала никого. Так, воровали? Пишем. Не воровали. Мошенничали? Пишем. Не мошенничал. И так до вечера. И вот будет вот такая простыня у меня. И что хорошее про вас написано все? Не. А что хорошее, это что-то сделали, нет? А можно другое, значит, другой раз вас пригласил. Так, фамилия опять. Так, учились? Так. Помогали товарищу? Так. Дружить умеете? И вот такую простыню написал положительный. А потом сел на третий день и начал комбинировать оттуда этот, оттуда то, и получилось вот такое. То есть мы должны различать утверждение и отрицание, реальность и отрицание. То есть одно и то же определенность можно подавать или выражать как реальность и отрицание. Вот определенность. Вот у нас есть, смотрите, вот мы сейчас довели определенность до такого рассмотрения, что вот есть реальность, есть отрицание, а еще у нас наличное бытие скучает. Наличное бытие скучает, потому что мы его бросили и занялись его определенностью. Вы не забыли? То есть оно у нас осталось без развития, без движения, наличное бытие, а мы занялись его определенностью, довели его до реальности отрицания. И у нас то было два объекта или две стороны, уже три объекта. Наличное бытие, реальность и отрицание. Уже начинает голова немножко пухнуть. Наличное бытие, реальность. Ну, сейчас мы эту задачу решим. Давайте рассмотрим реальность. Что вы можете сказать про реальность? Что вы можете сказать про реальность? Да я вам уже говорил, что нужно говорить, если вы не знаете, что говорить. Что она есть. А что вы молчите тогда? Я не понимаю. Она есть. А раз она есть, она бытие. Какое? Наличное. Значит, реальность есть наличное бытие. А в наличном бытии есть небытие, то есть отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. Теперь берем отрицание. Отрицание есть? Раз мы его берем. Значит, смотрите, что получилось. В реальности есть отрицание, в отрицании есть бытие. Значит, нет отдельно реальности, нет отдельно отрицания, а есть одна и та же определенность, которая есть и наличное бытие. И нет отдельно наличного бытия, поскольку реальность и отрицание тоже наличное бытие. Гегель пишет, снято
снятия, вот категория снятия, различие реальности, отрицания и наличного бытия. Снято различие реальности, отрицания и наличного бытия. Раз снято различие реальности и отрицания наличного бытия, то есть снято различие определенности во всех ее видах и наличного бытия, то нет отдельно определенности, нет отдельно наличного бытия, а есть лишь определенное наличное бытие. И как называется это определенное наличное бытие? То есть у нас было, помните, сначала чистое бытие, просто бытие, наличное бытие, а теперь определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Вот определенное наличное бытие называется так. Нечто. Нечто. Ну, а у него даже три названия есть. Сначала оно называется налично. Ну, определенное наличное бытие – это самое длинное название, да? Короче, налично сущее. Вот как раз вот в таком выражении «налично сущее» как раз снято различие определенности и наличного бытия, потому что сущее отвечает на какие вопросы? На вопрос «какое» и на вопрос «что» сразу, на оба. Оно поэтому и как бытие, и как определенность выступает. Налично сущее. И самая короткая форма этого, того, к чему пришли, – «нечто». Нечто – это положительное утверждение или отрицательное? Какое? Ну, нечто вы воспринимаете как положительное. А посмотрите, что, а в начале что стоит? Вот какое удивительное дело. В начале стоит «не», а вы это воспринимаете как положительное. А вот если бы это «не» стояло с промежутком, написывало «не», что? Уже было бы это отрицание. А вот в таком... А с другой стороны, если вы там... В этом определенном наличном бытие, то есть в нечто. В положительном сидит это «не», как его отрицание, как его небытие. Значит, они так просто ужиться не могут. Не будет спокойствия, если там это нечто. Вот это неспокойствие сейчас мы и попытаемся разобрать. Значит, что мы знаем про нечто? Что вы знаете про нечто? Ну, во-первых, то, что оно и есть. Вот, хорошо. А раз оно есть, то оно? Бытие. Какое? Бытие. Наличное. А раз наличное, а в наличном бытии есть становление. Значит, нечто должно быть взято как становление. Вот тут Гегель делает такую вещь, которую потом использовал Маркс в «Капитале». То есть надо различать, говорит Гегель, между тем, что есть в себе и тем, что положено. То есть надо, чтобы было это нечто представлено как становление, а оно у нас, вот мы уже осознали, что оно должно быть представлено как становление, а у нас оно просто как наличное бытие. Но во всяком случае мы знаем, что в становлении есть противоположности. Есть и бытие, и ничто, правильно? А налицо у нас только бытие. Значит, опять у нас есть масштаб, который нам позволяет сказать, что мы должны взять это нечто и как бытие, и как ничто. Вот бытие, взятое как ничто, называется иное. Нечто, взятое как ничто, называется иное. Или другое, все равно. Итого у нас теперь есть нечто и иное. Нечто и иное. Так, нечто мы с вами рассматривали. Давайте рассмотрим иное. Иное по отношению к нечто. Если мы рассматриваем иное, то оно нечто. Правильно? Само по себе-то оно тоже нечто. И тогда, а вот то нечто первое, которое мы рассматривали, оно по отношению к иному, которое теперь нечто, иное. И безразлично, что брать за нечто, что брать за иное. В итоге мы обнаруживаем с вами в своем рассуждении диалектическом, что вот мы нечто само по себе рассматривали, нечто по отношению к иному рассматривали, иное по отношению к нечто рассматривали. А что мы не рассматривали еще?
Вот это вот, вот иногда вот трудно бывает уследить за этой мыслью. То есть, что мы тут, вот как, куда дальше двигаться? А мы не рассматривали иное по отношению к самому себе. Так, а мы должны так последовательно все рассмотреть. Иное, взятое по отношению к самому себе, мы не рассматривали. А что такое иное, взятое по отношению к самому себе? Кто-нибудь может сказать? Иное, взятое по отношению к самому себе. Это трудная задача или легкая задача? Что-то народ помрачнел. На самом деле ларчик просто открывается. Это же логика, а в логике надо понятие брать. Но если оно иное по отношению к самому себе, то оно иное иного. Ну, иное по отношению к самому себе, это то иное иного. Ну, давайте рассмотрим иное иного. Что вы можете сказать про иное иного? Тут просто и так ясно, иное иного есть иное. Запишите. Вот она, сакраментальная фраза. Иное иного есть иное. Вот к какому высказыванию мы, диалектическому, пришли. И что, какое содержание в этом высказывании? Есть в нем содержание или нет? Есть в нем содержание, причем противоположное. Иное иного есть иное. Было иное, осталось иное. Так? Иное иного есть иное. То есть иное же. Иное иное есть иное. Ну, было и есть иное. То есть равенство нечто с собой. Равенство иного с собой. Но иное иного, читайте внимательно, иное иного есть иное. Видите, что иное? То есть не равенство с собой. То есть в этом высказывании иное иного есть иное. Содержатся два противоположных смысла. Равенство с собой иного и неравенство с собой. Вот, получив этот результат, равенство с собой и неравенство с собой, мы его, естественно, переносим и на нечто, потому что иное – это и есть нечто, только другое. Правильно? То есть на всякое нечто. Вывод – всякое нечто есть равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Всякое нечто есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Так вот, такое нечто, которое взято и как равенство с собой – и как неравенство с собой называется, ну, как, что бы вы сказали, как оно называется? Но если мы чего-то не можем догадаться, то мы берем и читаем великих, да? Так вот, нечто, взятое как равенство с собой и неравенство с собой, называется изменяющимся нечто. Изменяющееся нечто. Изменяющееся нечто. А равенство с собой и неравенство с собой – это моменты изменяющегося нечто. Если нечто изменяется, то у него есть момент равенства с собой и момент неравенства с собой. Так, вот я могу спросить, вы равны самому себе? Да. Да. Это первый вопрос. Это ваш момент равенства с собой. Вы не равны самому себе? Что? Не равен. То есть тоже да. А что вы так длительно говорите как-то полностью? Вы сказали да. Я спрашиваю, вы равны самому себе? Да. Вы не равны самому себе? Да. Так? Вот изменяющееся нечто – это нечто, которое и равно самому себе, и не равно самому себе. А вы какие-нибудь другие знаете нечто? Знаете вы хоть одно такое нечто, которое было бы только равно самому себе? И не было бы в это же время еще и неравным самому себе. Что-нибудь вы знаете такое? Можете привести пример такого нечто, которое было бы только равно самому себе? Или можете ли вы привести пример такого нечто, которое было бы только неравно самому себе? Если оно не равно самому себе, его вообще нету. И вот эти, следовательно, нечто имеет два противоположных момента.
Равенство с собой и неравенство с собой. И они по-разному называются. Вот равенство, момент равенства, нечто с собой, называется себе бытие. Когда читаешь, изучаешь науку логики, кажется, что это какое-то странноватое название. А если вы обратитесь к русскому языку, к языку вообще любому, в том числе и немецкому, и английскому, и французскому, то как раз вот во всех языках есть соответствующие и слова. Вот вы сейчас в себе или не в себе? В себе. А? В себе. В себе. А что такое в себе? То есть вы равны с вами в себе. То есть что-то, не то, что у вас что-то поехало или у вас перед глазами поплыло. Вы равны с вами в себе, да? Вот это в себе бытие. А еще говорят как? Подождите, я сейчас приду в себя. Вот вы пришли на лекцию, и пока еще только усаживаетесь, то все, приходите в себя. А что значит прийти в себя? Где вы были до этого? А где вы были? Вы были не в себе. Или вы вне себя. Это что такое? Ну, когда вы будете изучать диалектику? Это что такое? Я вышел из себя. И был вне себя. Ничего плохого про меня при этом не скажете, что я был вне себя, а когда я в себе, я вполне благообразно выступаю. Так? Чего вы говорите, кричите на студентов? А я вышел из себя. А чего вы вышли из себя? В методических целях. Вне себя, вышел из себя. Вот мы, если мы невнимательны к категориям, то мы этих не замечаем, особенности языка. Или вы приходите к секретарше, директор говорит, и директор на месте говорит, сейчас подойди, я, говорю, сейчас приведу себя. Приду в себя и буду с вами разговаривать. А до этого где она была? Придет она в себя, а где она? А, где-то была. Где-то была. А сейчас она пришла в себя. То есть вот это вот равенство с собой, этот момент называется в себе бытие. Пишется это у Гегеля так, В черточкой, себе, черточка, бытие, в себе бытие. Равенство с собой – это в себе бытие. Вы равны собой, себе самому, поэтому вы в себе бытие. В то же время вы не равны самому себе. А как вот обозначается неравенство? Собой у Гегеля – бытие для иного. Бытие – черточка, для – черточка, иного – черточка. Почему черточки? Потому что это как одно слово, как один момент. Ничего-то не расступающееся, не распадающееся, а вот, так сказать, объединенное. Бытие в себе и бытие для иного. И оба – это именно моменты. Нельзя и отделить равенство с собой от неравенства с собой. Вот, говорит, мой кусок – это вот этот кусок равен. Это я в этом куске равен самому себе. Как если бы я был, представьте себе, колесо на оси. Вот это неподвижная часть, а это вот вращающаяся часть. Вот это вот в себе бытие, а это вот бытие для иного. Нет. Весь человек – это в себе бытие, бытие для иного. Все изменяется. Все течет, все изменяется. Как вот это вот, наконец, это выражено философски. Ну вот, прошло 2000 лет с начала изучения человечеством философии, от первых философских работ, пока адекватным образом не было вот Гегелем выражено изменение, движение, изменение, движение. Равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Я для интереса с водителями автомобилей разговаривал. Так вот, мы точку с вами эту проезжаем или нет, когда едем? Проезжаем. Но если мы ее проезжаем, то мы в ней находимся? Находимся? Находимся. Но если мы только в ней находимся, то это вы резко затормозили, молодой человек. Резко затормозили. Если мы в ней только... Еще никому не удалось так затормозить, чтобы только находиться в этой точке. Всегда есть тормозной путь, да? А если мы скажем, что мы только в ней не находимся, что же, вы через нее не проезжаете? Проезжаете. То есть как изобразить механическое движение? Механическое движение изображается как вот это противоречие. Равенство с собой и неравенство с собой. Вот люди, которые не понимают содержание изменения, они не видят этих двух моментов. И они говорят просто, вот, под изменением понимают только неравенство с собой. Давайте, говорит, меняйтесь. Например.
спускаюсь я в метро Василевская-Островская. А там плакат в цветастом платье девушка написано: «Чаще меняйся». Чтоб тебя не узнали, что ли, это партизанка. В общем, меняйся чаще. И все. А где равенство с собой? Так поменялось, что уже и родители не узнают. Ну и другой пример. Вот я с другой стороны через Дворцовую площадь иду. Сюда же, на работу. На Дворцовой площади стоит такой стенд и написано: «Меняйся, но оставайся собой». Орифлейм. Орифлейм уже понял, что такое изменяющееся нечто. «Меняйся, но оставайся собой». Сила. Я провосхитился, думаю. Уже диалектика вошла глубоко в рекламу. А историки там и философы еще отстают. А рекламщики, они уже заняли передовые позиции. Они уже в рекламе вообще. «Меняйся, оставайся собой». Вот это два момента изменяющегося нечто. Теперь вроде бы что дальше говорить по этой теме? Вот если я вам теперь буду рассказывать, что все меняется, вы не удивитесь. То есть нет ничего такого. Нету ничего такого ни на небе, ни на земле, ни в обществе, ни в природе, которое бы только было равно самому себе или только было бы не равно самому себе. Все, что мы с вами наблюдаем, и что не мы с вами наблюдаем, а все, что есть, все и равно самому себе, и не равно самому себе одновременно. И бесполезно искать какие-то примеры, которые могли бы это опровергнуть. Что бы вы ни взяли, попробуйте поискать. Вы никогда не найдете чего-либо такого, что может опровергнуть это. Поэтому надо все рассматривать. Поэтому, когда приходят какие-то люди, говорят, надо поменять что-нибудь, это довольно глупые люди или провокаторы. Или проходимцы, как Горбачев. Давайте, говорит, перестроим. Что значит перестроим? Перестрой – это перемен, да? Как показали дальнейшие события, это перемена строя, перестрой, изменение строя. Ну, давайте менять, давайте менять. Вы за перемены? Мы хотим перемен. Хорошо. Вот, у нас только что были трагические события, это перемены. Что вот перемены – это хорошо, само по себе перемены – хорошо. Будем считать, что вот это вот разовое событие, но это, мы же знаем, что теракты уже не первый раз происходят. Мы хотим перемен. Перемены мы давайте, что чаще, чтобы были что такие вещи. То есть как можно стремиться вообще лишь бы просто поменять? Может ли какое-то содержание позитивное есть, лишь бы вот были бы не такой? А какой? Просто не такой? А, хотя даже есть такое и высказывание, но я пришел домой просто никакой. Был какой, а стал никакой. В этом перемена же состоит. Песни пели, мы хотим перемен. Каких вы хотите перемен? Сейчас вот вы хотите перемен, сейчас вас, так сказать, приходит, забирает, все отнимает, выгоняет из университета. Это же перемена. Университет закрывает, тоже перемена. Это все перемена. Мы хотим перемен. То есть люди, которые выступают просто за перемены, это пустые люди, проходимцы. Люди, которые выступают просто за то, чтобы оставалось то, чем быть, то, чем оно есть, консерваторы так называемые, что это? Люди говорят, давайте, говорит, вот оставим все как есть. Ну, а это вот утописты. Ну, как вы можете оставить как есть то, что все время меняется? Никак невозможно оставить как есть то, что все время изменяется. Правильно? Поэтому консерваторы – это люди, ну, односторонние, по крайней мере. Они хотят сохранить в неизменном виде то, что все время изменяется. А это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что они просто утописты в области и теории, и практики. Ну, если только в одном случае можно сказать, что, ну, вот, говорит, столько уже наломали дров, так давайте сохраним то, что есть. Ну давайте, но вы и сохранить можете, только изменяя, правильно? Если вы хотите сохранить, вам придется сделать соответствующие изменения. Чтобы для того, чтобы сохранить что-нибудь, нужно иметь соответствующее учреждение и так далее. Просто так не сохранишь. Вот если мы
продолжим применение категории к обществу, а у нас речь идет о социальном изменении, то вот если мы возьмем также, пройдемся по способам производства, когда появился, становление завершилось первобытно-общинного коммунизма. Это было уже некое наличное бытие, определенное, правильно, первобытный коммунизм. Определенное наличное бытие или нечто. Вот это нечто, что потом с ним происходило, оно изменялось. А как оно может изменяться? Ну, вот по-разному. Мы же уже знаем то, что вот из понимания становления это может быть движение в одном направлении, прямо в противоположном. Поэтому изменения бывают. Такие, которые ведут к худшему и к лучшему. Правда? А если просто говорить об изменениях, ну, все изменяется. Но вот производительные силы все время, так сказать, изменяются таким образом, что они развиваются. Правильно? Это вот, а производственные отношения таким свойством не обладают. Все, все может быть. Наступила эпоха рабовладения. То есть рабовладение стало наличным бытием. Не становление рабовладения. Закончилось становление. После становления что идет? Наличное бытие. Наличное бытие рабовладения. Ничего не менялось. Все время менялось. Все время все двигалось, изменялось. Если бы ничего не менялось, то это бы рабовладение так бы всегда и оставалось. Оно было, и вдруг его не стало. То есть оно вдруг стало переходить в феодализм. Это было становление феодализма. А когда наступил феодализм? Это уже было наличное бытие феодализма. Это определенное наличное бытие. Наличное бытие феодализма. И вот наличное бытие феодализма изменялось, и вдруг превратилось, начало превращаться во что? В капитализм. И капитализм тоже. Он разве не изменный? Он все время меняется очень быстро. Он, во-первых, превратился в империализм. У него две фазы, две стадии. Низшая – капитализм свободной конкуренции, и высшая – монополистический капитализм или империализм. Вот этот самый империализм или государственный, или государственно-монополистический уже капитализм является кануном перехода или становления коммунизма. А коммунизм после окончания переходного периода изменяется или нет? Изменяется. Как называется наличное бытие коммунизма после окончания переходного периода? Социализмом называется. Социализм. А вот когда вы беретесь уже социализм, это же коммунизм в первой фазе, то это вот движение изменения социализма или его развития, это движение от чего? От капитализма к коммунизму или от коммунизма к коммунизму? Это после того, как построен уже социализм. От коммунизма к коммунизму. Если вот вы изменяетесь, от себя к себе идете, или ко мне. Вы от себя к себе же изменяетесь, и вы от себя к себе. Движение, изменение – это движение уже от себя к себе. А если у вас... А может быть изменение? Под эту категорию попадает и становление тоже. Что-то изменение от одного прямо противоположно. Какая это категория изменений? Все, есть что-нибудь неизменяющее? Чтобы было равным самому себе и не было бы при этом неравным. Нет ничего такого. Нет ничего такого, чтобы не было изменяющего. То есть это всеобщая категория. И когда мы говорим, применяя вот диалектические категории, мы говорим о чем? Обо всем. Обо всем. Это относится к чему? Ко всему. Все изменяется. Все наличное бытие. Все изменяется. Все равно самому себе. Все не равно самому себе.
И если мы чего-то из этого не учитываем, у нас получается искаженная картина мира. А вы можете проверить, проэкспериментировать на своих коллегах, спросить, вот спросишь, ты равен самому себе? Ну ладно, еще равен. А не равен самому себе? И люди даже в таких вопросах запутываются. Если бы вы сказали, что вы только равны самому себе, это что означало? Либо что моя лекция абсолютно бесполезная. Вот она идет, 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 и вы остаетесь равным самому себе. Где нашли такого преподавателя, что от его преподавания ничего не меняется в головах? Или другой есть вариант в сторону обвинения студентов. Студенты попались такие, я им битые полтора часа рассказываю, а они остаются равными самому себе. Ничего не усваивают. То есть и так нехорошо, и так нехорошо. И вот поэтому задача, то есть есть для исследователей, или у музеологов в том числе, изучать, какие происходили изменения. То есть что оставалось, это что значит, какие происходили изменения? Это значит, узнать, что оставалось тем же, или в чем было равенство с собой, а в чем было неравенство. То есть и один момент рассмотреть, и другой, а не только один. Было шило, стало мыло. Если вот так, только смотри, а что-то, единство есть, равенство с собой есть? Обязательно и равенство с собой, и неравенство с собой. И без этого нет правильного изображения мира. Ну вот, уже древние диалектики, тот же Гераклит говорил, что все течет, все изменяется, то есть вот эта мысль самого Гераклита, какая яркая и выделенная, она нашла свое воплощение в системе. Вот в этой системе категорий науки, логики, Гегеля. И вот, объяснив самому себе и другим, что такое в себе бытие и бытие для иного, Гегель пошел дальше. А вот эти два момента, они же неразрывны, да? Между собой, равенство с собой, неравенство с собой. А раз они между собой неразрывны, то вот это бытие для иного – это момент превращения в иное, да? А бытие в себе – момент равенства с собой. Значит, равенство с собой противоположно же бытие для иного? Противоположно. Значит, один момент борется с другим моментом. И удержаться равенство с собой может быть только через отрицание бытия для иного. Правильно? Быть равным самому себе – это значит быть неравным со бытием для иного. Верное высказывание? Верное. А раз верное, значит, можно так сказать, что то, что нечто есть в себе, есть и в нем. То есть то, что нечто есть в себе бытием, можно считать в нем бытием. В нем бытие – это вот такой момент, который самый в себе бытие, но взятое с отрицанием бытия для иного. Не просто вот вы равны самому себе, а вы противоположны переходу в иное. Ваш вот этот момент, равенство с собой, противоположный переходу в иное. Вот взятый вместе с этим отрицанием, этот же момент в себе бытие, а как активное противодействие переходу в иное, называется в нем бытие. Или, говорит Гегель, просто «в». И вот тут вершина его диалектического мастерства. Уже до одной буквы дошла категория. Категория в нем бытия или просто «в». Вот когда вы говорите «в этом», «в», что вы хотите сказать? Когда вы говорите «внутри», то вы, наверное, имеете в виду, что есть что-то «вне». Если вы говорите «это в нем», то это отрицание того, что не в нем. Правильно? Какой смысл еще может быть вложен в понятие «в нем»? Итого, в итоге вы имеете три момента. Нечто в себе бытие, равенство с собой, в нем бытие для иного, неравенство с собой, и в себе бытие противоположное бытие для иного, то есть такое развитое в себе бытие или в нем бытие. А вот это мы все рассуждали, про что? У нас о чем? Что у нас рассматривалось-то? Какая категория? Нечто. А нечто-то ведь определенное наличное бытие, а мы про определенность-то и забыли.
Мы все про наличное бытие, да про наличное бытие, про наличное бытие, да про наличное бытие. Так то же самое, раз они неотделимы, определенность и наличное бытие, значит, то, что мы с вами получили для наличного бытия, относится и к определенности. Правильно? Раз они в единстве. А раз оно относится к определенности, давайте применим то, что мы сделали, и к определенности. Вот первым результатом этого применения является следующее утверждение. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. И сущность находится в единстве с другим моментом. Это нечто в нем бытием называется определением. Этого нечто. И вот здесь Гегель выводит категорию определения. Больше вы нигде, что такое определение, не найдете. Значит, берем определенность. И вот определенность, равная самому себе, удерживающаяся определенность, которая противостоит превращению в иное, это и есть определение. Ваше определение – это что? Это то в вас. То, что сохраняется, я имею в виду определенность, сохраняющаяся и противодействующая переходу в иное, то есть в нем бытие. А записывается так как-то очень сложно. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, то есть сохраняется. То качество, которое у вас не сохраняется, это не ваше определение. Вы сегодня добрые, только сегодня. Если вы только сегодня добрые, вы не добрые. Качество, которое есть в себе, то есть равно самому себе, в простом нечто. И сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Что это значит? Это момент отрицания иного. То есть такое качество, которое сохраняется через борение, противодействие иному. То есть которое не позволяет превратиться в иное. А раз оно не позволяет, то есть оно не только противодействует иному, но и выходит и вовне. Если вот вы порядочный человек, то вы порядочный человек не только сегодня, но и завтра, а возможно и вчера. Если вы порядочный человек, то это порядочность в каких-то действиях проявляется, которые уже не есть, это есть бытие для иного, правильно? Вы же изменяетесь, когда вы совершаете какие-то действия. То есть порядочность, которая просто состоит в равенстве самого себя себе, никакая не порядочность, она ни во что не выливается, ни в чем не проявляется. Поэтому смысл определения в том, что определение – это не любое качество человека, это такое качество, или человека, или в обществе, которое сохраняется, и если оно действительно определение, то оно и проявляется вовне, то есть бытие для иного. Находится в единстве с другим моментом это нечто, в нем бытием. Вот так здесь вот записано, что такое определение. С одной стороны, ваше равенство с собой проявляется вовне, а с другой стороны, через внешнее можно забраться в определение и изменить его. Бывает, люди перерождаются, общество перерождается и так далее. Вот наличие государства, диктатуры, пролетариата входит в определение социализма. Как только вы это определение это выбросили, эту диктатуру пролетариата, что было сделано на 22-м съезде, все стало разрушаться, когда произошла контрреволюция в СССР в 1961 году. А в 1962 году уже были расстрелы рабочих в Новочеркасске. И во что превратилась тогда диктатура пролетариата? В диктатуру буржуазии. Потому что, как писал Ленин, тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. А вот такой у нас был первый секретарь. И не только. То есть как-то люди думали, что они могут управлять вообще обществом социалистическим, сознательно управляемым хозяйством управлять.
без знания диалектики, без понимания вообще диалектического движения. Так. Ну вот, это мы взяли определенность и взяли ее как равенство с собой. Получилось определение. А если вы ту же самую определенность возьмете как неравенство с собой, то есть определенность, взятая как, лишь как бытие для иного, называется характером. Человек хороший, а характер плохой. Бывает такое? То есть он бы хорошее проявляется, но когда оно проявляется вовне, то есть вот это присталкивание с этим внешним, с наружным, оно видоизменяется, это вот качество. Поэтому получается, что характер вообще не тождественен, или не только тождественен определению. Правильно? Поэтому вот получилось определение и характер. Определенность у вас, если у нас наличное бытие, это было в себе бытие, бытие для иного, то применение вот этого же утверждения к определенности дало нам определение и характер. Теперь у нас есть определение и характер. Определение, что вы про него можете сказать? Вы всегда удачно выступали. Начало есть. Вот, а раз оно есть, то оно? Какое? Уже определенное, то есть нечто. То есть, оказывается, определение у нас нечто, а характер, про него что можете сказать? Что вы думаете-то? Ну, я удивляюсь. Вроде все я вам подсказал. Вы еще думаете. Конечно, тоже есть. А раз и есть, то оно что? Вот получилось, что наше нечто теперь представлено как становление моментами, которые являются два нечто. Определение и характер. Вот что у нас получилось, какая картина. Как становление, нечто представлено как становление. Уже оно не просто в себе, а оно положено уже как становление. Раньше мы говорили, что оно в себе есть становление, а теперь оно положено как становление, определение и характер. Вот у нас есть два нечто. Одно выступает как определение, а другое как характер. Гегель говорит по отношению к ним, что это, следовательно, качественно инобытие, а не качественно иные, правильно? Это уже не одно качество, а одно качество – это определенность, а другое – характер. Качественно инобытие. И вот смотрите, какую картину мы получили. Два нечто. Два нечто. Качественно иные. А определенность одна и та же у них, да? Это одна и та же определенность. Как назвать одну и ту же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто? Как назвать одну и ту же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто? Можно я скажу? Граница этих двух нечто. Вот это не вульгарное понимание границы, как она. Берут линию, которая разделяет. А это определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Если она только и соединяет, то это не граница. Если она только разделяет, она тоже не граница. Она должна и соединять, и разделять. Вот пример. Привожу пример. У нас сейчас лекция. Вот вы студенты, а я преподаватель. Лекция нас соединяет? Лекция нас разделяет? Она же разделяет. Я же преподаватель, а вы студент. Но она нас соединяет? Соединяет. Потому что если... Если меня нету, то это не лекция. Между прочим, если вас нету, то это тоже монолог непонятный, не лекция. То есть поэтому лекция нас соединяет. Но на этой лекции вы тут записываете слушателей, а я излагаю знания. Значит, она нас разделяет. Вот это очень хорошее определение границы. Граница – это то, что одна и та же определенность,
которая соединяет и разделяет два нечто. И вот, поняв, что такое граница, очень легко понять, а что такое конечное. И вот мы с вами двигались последовательно через разные категории диалектические и подошли к категории, которая определяется так. А вот нечто, взятое со своей границей, называется как? Не знаете? Конечное. Вот, оно в своей границе имеет свой конец. Конечное. Нечто, взятое со своей имманентной границей, есть конечное. Вот мы пришли к конечному. К категории конечного. А то вот граница – это понятие очень противоречивое. Конечно, потому что, во-первых, граница, раз она соединяет два нечто, то она выгоняет это нечто за свою границу. Выводит за границу. Раз. Во-вторых, раз она граница, она не пускает это иное сюда, в это конечное. Поэтому она и сохраняет. Поэтому граница и сохраняет нечто. С одной стороны, сохраняет конечное, ибо вводит, выгоняет это самое конечное за эту границу. Так, вы хотите быть, кто хочет быть ограниченным человеком? Нет, никто руки не поднял. А чтобы не быть ограниченным человеком, что надо сделать? Выходить за свои границы. Вот какие у вас образовались границы, там, в своем обучении, в образовании, в умении. Вы выходите за свою границу. Так. А теперь скажите, пожалуйста, как вы думаете, как называется граница, которую переходит? Ну, если вы нацелены на безграничное, совершенно на безграничное развитие, то есть вы все время будете выходить за свою границу. Предел. Предел. Вот граница, которая переходит, называется пределом. Полной противоположности к широко распространенному представлению о пределе, что это то, во что мы уткнулись. А что вы уткнулись? Идите дальше. Как можно в общественной жизни, в знании, в борьбе, в творчестве, в строительстве уткнуться? Никак нельзя уткнуться. Скажем, человек в развитии космоса все дальше и дальше выходит, правильно? В познании мира все время выходит за свои границы. Все обучение состоит в выходе постоянно за свои границы. Человек, который не выходит за свои границы, как называется? Ограниченный человек. Вот. Поэтому я могу только пожелать вам выходить постоянно за свои границы. И практика вообще, так сказать, всякого духовного развития и общественного развития она подтверждает, что всякое вот такое движение, развитие состоит в постоянном выходе за свои границы, выходе тем самым за свой предел. И наоборот, люди ограниченные, как говорят, я делаю только то, что умею. А вы должны что делать? Постоянно делать то, что вы не умеете. И тем самым выходите за свою границу. Что касается нас, вот преподавателей, так нам такое требование предъявляется, так сказать, с необходимостью, записанной в нашем трудовом соглашении. Это если я, например, не веду научную работу, а что такое научная работа? Я новое должен что-то такое написать, новое, доселе невиданное. Если я не могу найти ничего нового, я не преподаватель. То есть я не научный работник, а у нас преподают только научные работники. И от нас требуется соответствующее, так сказать, публикации и соответствующие развитию научной дисциплины. Так что могу вам только пожелать, руководствуясь этим, постоянно выходить за свой предел и тем самым не быть ограниченными людьми. Вот на этом мы сегодня закончим, поскольку материал был очень для вас сложный. И если вы хотите его, так сказать, перечитать, то вы в науке логики легко это найдете, учение о бытии.
той части, до которой мы дошли, а мы дошли с вами до предела. Вот до этого предела дошли, и все. В полном противоречии с понятием предела. Но мы в следующий раз выйдем за эту границу, не расстраивайтесь. И перейдем к следующим категориям. Спасибо за внимание. Спасибо.